Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня рассматриваем двухкомнатную квартиру в старом фонде, район администрации. А такой вот у нас интересный проект получается. Это у нас ванная комната, санузел получается раздельный и маленько разделенный. Далее у нас идет кухня. Вот все, что у нас остается из мебели. Кухонный гарнитур. Квартира в нормальном состоянии. Конечно, требуется косметический ремонт. С балкон, отделан деревом. Вот у нас за домом, получается, окна квартиры выходят на сквер. Идет непроезжая часть, дороги поблизости большой нету. Так что здесь тихо, спокойно. Так, теперь мы посмотрели кухню. Сейчас мы давайте пройдем. Это была ванна. Вот, а теперь давайте посмотрим санузел. Вот, то есть получается ванна слева, санузел здесь прямо находится. Видите, кафель, все красиво. Так, дальше мы идем в комнату. Это спальня у нас. Шкаф, кровать достаточно просторная. Вот, солнышко здесь получается у нас встает с утра, поздоровалась с вами и уходит за дом. То есть солнце сюда не светит постоянно. Не солнечная сторона получается. Так, давайте еще общий вид посмотрим. Вот, и получается зал у нас. А зал, вот тут у нас зеркальце стоит. Сплит-система. То есть, пожалуйста, кондиционирование в квартире имеется. Окна свежие, видите, даже еще защитная пленка не убрана. Вот, видите, да? То есть ремонт, конечно, требуется. Но жить и заезжать уже можно сегодня. А дальше, как говорится, больше. Всем спасибо за внимание.